Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Тюхай! Привет, привет. Ой, привет. Я уже взорвался на чьей-то мини. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас лес, мы скачали классный пилбаг на динозавров, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду сегодня динозавров и мочить пацанов. Ой, там бомбите, я знаю, как один способ, как вам икан немножко пошатать. Так, да я тоже будем знаю. Изучать этот мод. Карта Давай. Большеватая. Пацаны, я уже выдвинулся, чтобы вы там не говорили, а что ты меня убил. Ну мы просто тут это... Я понял. Приколы. Я понял, да. Я вижу, как Фокси умирает. Фокси поймал прикол. Ой-ой-ой. Ты Ой. Тоже поймал мой прикол. Да нет, давай без этих приколов. Хорошо. Ну их там а уже А то ты какой-то осталось. Сильно жесткий. Это мало осталось. Не переживай. Хорошо, хорошо. Классный пилпак, очень. Я теперь играю за птеродактиль, я могу летать сверху и всех смотреть. Плохо не могу мочить или какое-то говно скидывать. Было бы реально эпично. Это не птеродактиль, это Димафродон. Гиграфродон, я понял. Ой. Здорово, мужики! Ой, что ты у меня с камерой? Я нашел край карты и по нем бегаю. Прикольно здесь. Отвали! Я а дикий птеродактиль! Я поставлю, ты не против, да? Да нет, давай только те, которые один раз взрываются. Там шрапнелевые есть, они да, один раз взрываются. Самые первые, да. Я тут тебе подарок. Отвали! А! Димас, я тебе подарок нашел. Хочешь подарок? Не-не-не-не, не надо. Если мы взорвемся вместе, то я не виноват. Так, давайте, знаете, что я сделаю? Я отключу режим полета, потому Хочешь что подарок? Так нечестно. Не-не-не-не-не! Ой-ой-ой! Енот как всегда мочит. Мой подарок. Я буду сегодня Сантой. Ой, ой, я подарок. Ой, что ты делаешь уже? Как я динозавра могу подарки... быть, если ты всех мочишь? Все. Я свои подарки ищу. О, я как настоящая птица сел. Так, знаете, кто у нас еще есть? Кто? Удиви. А у меня есть динозавр с пулеметом на спине. О. Ты не знал такого? Я тоже. Покажи, погнали. Покажи, покажи. Сейчас я ее приду. Прикольно. Я... Давайте еще... И еще вот такой есть большой. Вот, этот будет поярче. Воу! У нас есть, короче, дабл джамп, и он работает на пилпаке. Я теперь могу перепрыгивать через большие поверхности. Точно, я забыл про него. Ой. Так, я кого-то там видел. Вот он! Краски в домике. Я нашел краску в домике. Уничтожен один. Иди к нам. Человек кожаный. Краски в домике. Класс. Я иду на красные домики, погнали. Давай. Я хочу так зайти, чтобы вы меня не заметили. Блин, классно, что в Гаррис Моде можно сделать все, ага. что угодно. Сидел и думаю, сделаю сегодня битву с динозаврами в лесу. Все, готово. Так, я вас вижу. Вижу, приближаюсь. Так, так, так. Надо отсюда, короче, шкериться. Кто стреляет по мне? Я же динозавр, у меня же пулемет на спине. Ладно, давай возьмем обычного. Во! Слышь, динозавр. У меня вот такой вот есть динозавр. Эй, отвали! Нарак, не стоит идти по дорожке. Пошел Вин. Заходи ко мне в домик, Димас. Мне тут весело. Не заходи! Ай-яй-яй! О, ты нашел мой подарок. Ты обманул меня. Да. Ты нашел мой подарок. Да. Димас, летим. Я в красном доме. Ты я могу в воздухе превратиться в динозавра с пулеметом? Короче, я буду красиво делать, по красоте. Не делай этого. Оно тебя сожрет. Есть. Динозавр пришел, псих. Страшно вырубай. Димос. Я знаю, что он хочет мне какие-то пакости плохие сделать. Димас, ты перезарядки не... нету, бесконечные пули. Эй, отвали! Димас, можешь? Ты нашел мой подарок? Димас, ты... Ух, вот тут сколько подписчиков играет. Он меня сейчас убьет! С монтировкой на динозавра! Спасибо! Да как? Это нечестно! Смотрите, как... Я иду. Подождите, а куда? Сюда. Я иду к вам. Ты бибек, тише, ты бибек! Ой-ой-ой! Мы подарок нашли. Подарок нашли, да. Динозавр! Ты мой подарок нашел. Иди сюда. Кто? Я? Ну, где вы? Секунды. Я сейчас в лесу нахожусь около какой-то тропинки, там есть билборд. Ага. Как убить вас?
там это как все обычные пытаются убить нас. А, блин, жесть. Подорок. Я здоровый, а толку от меня никакого. Может, я могу затоптать? Затоптать? Попробуй затоптать. Ой. Ой, я застрял в деревьях из-за взрыва, говно. Не-не, это не дерево, это было это... Мина. Не-не-не. А, подо мной мин, куча, говно. Это я. Вы меня убили. Да. Даже такого большого динозавра. Стараемся. Че ты фигней страдаешь? Не трожь. Все, я шкерюсь. Я накажу. Я должен теперь красиво повыживать. Ты доигрался, я тебе накажу. Так. Я доигрался. Плохо я не могу с одного раза убивать, это очень странно. А, вот кто у нас убивает с одного раза, я нашел. Во, ой. Пацаны, делаем оборону. У меня есть идея. Я иду к вам. Андрюша, ты пройдешь только через мои подарки? Не иди! Не иди! А где? А, вот. Я боюсь! Зачем подарки ты расставил? Это не мой. Так. Слышите меня? Да. Ой-ой-ой. Где вы находитесь, кстати? Мы находимся на спавне. На скале, что ли? Нет, мы в красных домиках. Я вас не вижу. Я вас тоже не вижу. Кажется, кто-то... Офигеть. Я на твои подарки. А я вас нашел, походу. Ты мои подарки нашел? О, привет. Я тебе подарок. А я застрял в этой решетке вонючей вашей. О, я могу сжаться одного раза этим. Отличный динозавр. А ну иди сюда, говно. Мы скачали классное оружие, называется зомбис. Здесь есть очень крутые зомби. Этот зомби, если я ударю, он сразу загорается. Есть даже зомби, который становится невидимый. Но меня немножко видно. Что, пацаны, вы готовы повыживать в лесу? Так, но у меня есть... Ого, а что это вы меня таки мочите? Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Нашел. Эй, вы во мне в кишках заспавнились. Главное, что нашел. Остальное все не важно. Прикол нашел. Димус, ты где? Я тебе прикол нашел. Так. Они меня хотят найти, не получится. Ты думаешь? Да. Ты очень уверен? Ты прям уверен, да? 100%. О, как мощно. Офигеть, это реально было мощно. Мощно. А вот такой у меня есть, здоровый. Ух, какой псих, мужик. А ну иди сюда. Лови подарок. Да блин, то что у них жизни у всех так мало? Видел шарик? Воу, красота. Я уже поймал. Какие-то у тебя читерские... Я упал прямо на меня. Иди сюда. Ай, расщепил мою жопу. Расщеплятора. Давайте дадим ему хотя бы шанс убежать. Не трожь ты, подождите. Хорошо, давай я уйду. Ах ты. Ребята, как всегда у нас классное настроение. Не забывай ставить лайки и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Это точно. Уйди вон. Где он? Он ушел вон. Теперь он будет... Кто его уже нашел? Я, кстати, его нашел. Ты нашел нас. Прикольно. Он, наверное, какой-то включает, наверное, мод, чтоб видеть, или команду прописал. Да нет. Можно тебя палить через С, можно нажать на С и просто мышкой елозить, и тебя так найти. Да? Да. Да. Ты считаешь это честно? А где Димас? Да. Это даже никакой не эксплойт же. Ну, конечно. Не, но можно попроще. Димас, где ты находишься? Я сзади тебя, смотри. Я в толпе прям бегаю, вы меня не видите. Где? Не видите, да? Так, где моя любимая куколка? Так, мы даже... Ты возле нас, да? Он личинка чужого, вон он в кустах. Как ты меня спалил?
Динозавры очень слабые, я не могу их юзать. Ребят, я вас нашел. Слышу! Это реально угарно, мне нравится. Кстати, в лесу чужой очень круто смотрится. Прям вот как-то гармонично, что ли. Реалистично. Да. Мощно. Ах, ты жлоб! Фокси. Нифига себе меня откинуло. Сколько раз я убил Димаса, сколько остальных? Давайте нажмем на тап. Давай. Давайте. Давай, нажмем. Смейся, смейся. Идиот. Пипец. Мне это начинает нравиться. Пошел. Вы меня разозлили, пацаны. Ай! А вот теперь. А вот теперь я вышел на охоту. Меня съели. Только дай мы сначала уйдем вон. А можно я тоже уйду, выйду на охоту, да? Давай. Ой, стоп, на охоту же, да. Точно! У меня есть оружие, которое точно убьет тебя. Димас. По мне и так мало жизни. Димас, как говорится, не серчай. Ах ты жлоб вонючий. У меня есть аннигилятор, смотрите какой. Давай. У меня есть аннигилятор. Все, бежим отсюда. Бегите, что может. Меня я жру всех, я жру всех. Я кого-то поймал. Меня только. У меня тоже. Так, так, выслеживаем, выслеживаем. По одному, я ж чужой. У меня 600 жизней осталось. 600? Да. Тогда можем поговорить. Иди ко мне. Иди ко мне. Я сожрал твоего друга. А мне ни к чему. Не надо найти. Ой, нашел тебя. Чё за эти нашел? А где он? А. Какая? Как говорила моя бабушка. Ай-яй-яй. Манентос. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.